День семьи – праздник, внесенный в официальный календарь важных дат нашего государства. И это оправданно, ведь именно в семье ребенок получает тот набор ценностей, с которыми он идет по жизни. Традиционный праздник для активных творческих семей провела администрация Ленинского района на полюбившейся всем набережной. Здесь под аплодисменты публики встречали самых инициативных мам, пап и их замечательных детей. Семья – это несколько поколений, поэтому сегодня я желаю всем и нашей дорогой семье, пусть ваша семья будет крепкой, чтобы множество поколений могли собираться вместе, чтобы вы передавали историю вашего рода из уст в уста. И самое главное, чтобы все семьи в нашем городе, в нашей стране, ну и, конечно же, ваша семья замечательная, была счастливой. Спасибо вам за то, что храните семейные традиции. Пусть все у вас будет хорошо. Действительно стало хорошей традицией проводить вот такие мероприятия в канун государственного праздника, который в нашей стране установлен 15 мая, именно в Бресте, на территории Ленинского района. И чествовать вот те семьи, где действительно воспитываются дети, которые в последующем, я надеюсь на это, и так показывает практика, что становятся настоящими достойными гражданами нашей страны. Конечно, каждая приглашенная семья была удостоена памятного подарка. И это особенно приятно. Но не только в признании счастья, уверены представители семей. Самое главное – это любовь, которая сплачивает и объединяет. Так судьба сложилась, что папа наш стал военным. Вот. Спасибо большое. А я просто мама. Вот. У нас очень дружная семья. Вот. Мы считаем, что все начинается с любви, поэтому... Вот мы очень все любим друг друга. Большую концертную программу в честь праздника подготовили для гостей юные таланты Брещины. Для тех же, кому по душе новые знания и интересные эксперименты, ожидали тематические викторины и конкурсы от сотрудников городского отдела по чрезвычайным ситуациям. Торжество получилось красочным, интересным и очень добрым. Настолько душевно и искренне выступали юные артисты, тепло их принимала и публика. Праздник в честь Дня семьи был действительно семейным, а каждый гость ушел домой со своей порцией счастья и радости.